Бытует мнение, что от макарон только поправляешься, и кажется чудом, что в стране, где национальным блюдом является паста, население остается стройным. Дело даже не в том, что у итальянцев особый обмен веществ, просто они знают, какие макароны предпочтительнее выбирать. В данное время делают макароны из твердых сортов пшеницы, из обычной муки высшего первого сорта, и также бывают безглютеновые макароны. И макароны из твердых сортов пшеницы с разными добавками. Настоящие итальянские макароны изготавливают исключительно из муки твердых сортов пшеницы. Так что, если на упаковке вы найдете такие надписи, как «Группа А», «Дурум» или «Семолина Деграна Дура», значит, перед вами паста высокого качества. Макароны из грубых сортов пшеницы, они имеют более насыщенный желтый цвет, и они светлее по оттенку, чем макароны из обычной муки, которые более тусклые и серые. Если вы покупаете макароны, изготовленные из группы Б или В, то есть мягкой, то будьте готовы к тому, что такой продукт может послужить причиной нарушения пищеварения. Если есть немножко вкрапление, как темноватый вот такой цвет, это не страшно, это всего лишь говорит о том, что мука из твердых сортов пшеницы, и эти признаки вкрапления допустимы. Макароны из твердых сортов пшеницы хороши тем, что в них сохраняются все витамины, минеральные вещества, полезные для человека. Чего не скажешь о макарон из обычной муки высшего сорта, которую тщательно перемалывают, отбеливают и удаляют из нее много полезных веществ. Самый верный способ оценить качество изделия – проверить содержание белка. Если его в состав входит от 12 до 15 граммов, можете смело совершать покупку, не беспокоясь за свое здоровье и фигуру.